мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, во благо белорусского народа. Благо только не видно. У этих деятелей свои специфические представления и понимание политики. Вместо поиска конструктивной альтернативы, честной открытой борьбы за симпатии людей, они призывают к уличным баталиям. Взамен содержательного диалога по преодолению имеющихся проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Активно содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, расправляться с их детьми, женами и близкими людьми. При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны. На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания исторической памяти народа, особенно у самой активной его части – молодежи.